обратиться ко всем жителям Республики Южная Осетия, прислушаться к призывам наших властей и оставаться дома в этот сложный период. Каждый из нас, когда здоров, наверное, недооценивает ту сложную ситуацию, в которой мы сейчас все находимся. И нам кажется, что где-то это далеко, и нас это не коснется. К сожалению, так думали многие. И я уверена, сейчас, недооценив сложность этой ситуации, многие народы и страдают. Дай Бог, чтобы в нашей стране не было этой беды.